Всем привет! Вы на канале «Бумажные обзоры», и мы продолжаем распаковочку наших сюрпризов. Сегодня у меня для вас новиночка. Это летающие насекомые. Вот такая вот коллекция из 6 насекомых. Выберем один пакетик для распаковочки. Остальные на следующий раз. Заканчиваются две коллекции: пингвинчики и Шерлок. Откладываем. Фиксики, осталось два пакетика. Какой возьмем? Энки-бенки-бум. Красный возьмем. Котики-русалки, осталось два. Энки-бенки-бум. Совушки возьмем. Вот этот. Возьмем вот этот. Восточный гороскоп. И зверюшки по клеточкам один тоже возьмем. И начнем мы. Давайте с восточного гороскопа, так как он у меня открылся первым. Вот так вот выглядит пакетик. И в нем сегодня нас ждет. Какой же тут сюрприз? Спрятался. Вот такой вот дракончик. Под номером 3. Вот Викуся приклеила. Вот так вот получилось. И мы продолжаем. Давайте листать в эту сторону. Здесь у нас зверюшки по клеточкам. Вот такой пакетик, в котором попадается... Черный кот. Вот такой вот котик по клеточкам. Номер 4. Вот так вот. Клеим прям рядышком со осьминожком, чтобы поместилась третья наша картинка, которая здесь должна быть. Дальше. Это у нас коллекция совушки. Вот так выглядит пакетик. И в нем попадается на этот раз. Вот такая совушка под дождиком. Какая-то она злая. Мне так кажется. Цифра 2. Приклеиваем. И дальше у нас следует наша новинка. Вот так вот выглядит страничка. Это летающие насекомые. Посмотрим, какое насекомое нам сегодня попадется. Нам попался вот такой вот жучок. С носиком. Да, под номером 6. Клеим вот сюда. И дальше у нас... следует коллекция котики-русалки. А Винни-Пуха мы уже собрали. Так выглядит пакетик. Какая же русалка и какой же котик сидит в этом пакетике. Вот такой вот розовенький, с розовым хвостом. Такой симпатичный котик-русалка. По цифрой 3. Клеим сюда. Вот так. И в следующий раз закончим эту коллекцию. Двигаемся дальше. Коллекция Шерлок. Остается последний пакетик. И коллекция закончится. И здесь попадается нам... еще один сыщик, выглядящий вот так. Под номером 2. Приклеили. Давайте с вами теперь откроем коллекцию фиксики. Мы уже почти всех собрали. И сегодня у нас вот такой пакетик. Здесь попался папус. Посмотрите, как он выглядит. Такой зелененький. Папа, Симки и Нолика. Цифра 1. Клеим его вот так, чтобы он хорошо поместился. И по цифре 5 уже будет следующий раз. И у нас остается коллекция пингвинчики. Так. Пингвинчики у нас вот здесь. На этой страничке каталога. И это будет последний пингвин. Пакетик вот такой. У нас с телефончиком тут пингвин. Такого мы уже открыли. Так заклеила, что не откроешь теперь.
нам попадается вот такой вот пингвинчик, который кушает конфеты. Одна у него в руке, другая уже в ротике. И вот такую коробочку ему кто-то подарил. Цифра 6. Клеим сюда. И заканчиваем нашу распаковочку. Приветики, ребята, я не выписала, так как не успела еще купить блокнот. И приветы будут в следующем видео. В любом случае, куплю я его или нет. Надеюсь, вы не расстроитесь, что сегодня не будет приветиков. А на этом все. Мы заканчиваем наше видео. Спасибо всем, кто присутствовал, кто досмотрел до конца. Пока-пока!